На период с 1 апреля по 30 июня жители Подмосковья освобождены от платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первые платежные документы без начисления в фонд капитального ремонта придут в мае. Их нужно оплатить в установленные законом сроки. Собственникам, получившим авансовые платежи с начислениями за апрель, оплату учтут в июле текущего года.